Я прочитаю это, то, что мы прочитали сейчас по-русски. Сорок четвертая глава Бытия с 18 стиха. Если кто-то забыл Библию, поднимите руку, вам дадут. Уже дали? Хорошо. Тогда Иуда сказал, подойдя к Иосифу: «Господин мой, разреши мне рабу твоему говорить с тобою. Не гневайся, господин мой, на раба твоего, ведь ты похож на фараона. Ты, господин мой, спрашивал нас, рабов своих, есть ли у нас отец, есть ли у нас еще братья. Мы отвечали тебе, господину нашему, что отец наш жив, но уже стар, и что есть у него еще младший сын, это дитя его старости. Он один остался в живых из детей своей матери. Его брат умер, отец любит его. И ты велел нам, рабам своим, привести к тебе младшего брата. Мы сказали тебе, господину нашему, что нельзя ему покидать отца, отец не переживет разлуки. Но ты сказал нам, рабам своим, что без младшего брата мы больше на глаза тебе не показывались. Когда мы вернулись домой к нашему отцу, рабу твоему, мы передали ему твои слова. А когда отец снова велел нам привезти немного зерна, мы отвечали, что без младшего брата не пойдем, что без него нам нельзя тебе и на глаза показаться. И наш отец, раб твой, сказал: сами знаете, двух сыновей родила мне жена, один пропал, его растерзали звери. С тех пор я его не видел. Теперь вы второго забираете. Если с ним случится беда, то по вашей вине я, седой старик, от горя сойду в Шеол». Они руце лидабер акшав аль параша азу, аваль ласот ахлала изиши. Я хочу говорить сейчас о недельном, об этом недельном чтении, но смотреть более широко. ואנחנו יודעים מה קורה פה, איך מה קורה ב И мы знаем всю эту историю. И через несколько строчек Иосиф уже не мог сдерживаться. И в начале 45 главы он говорит всем египтянам: «Выйдите все, и я хочу остаться с этими людьми один». И вот он начинает плакать, и он говорит им: «Я ваш брат». И не вы продали меня в Египет, но Бог привел меня сюда. И мы знаем интерпретации всего этого текста. Иосиф выступает здесь как образ Иешуа Мессии. И мы знаем, что 2000 лет назад Иешуа не был принят своими родными братьями здесь, в Эрец Исраэль. И многие люди пытались приносить Евангелие о Иешуа здесь, в Эрец Исраэль. Но без особого успеха. Но это место, которое мы читали, указывает нам очень важную вещь. Это пророчество. Это то самое великое пророчество. И оно говорит здесь, что Иешуа откроется своему народу помимо всех, когда все остальные египтяне выйдут, он откроется им как их единородный брат. Но не об этом я хотел бы говорить сегодня. С чего мы начинаем это недельное чтение? Мы видим, что Иуда, он выступает с инициативой. И он объединяет всех братьев. И он решается говорить перед властелином Египта, который одним щелчком пальцев может решить их судьбу. И мы знаем, что в продолжении этого рассказа, что все развивалось в правильном направлении. Но здесь я хочу маленькое учение дать вам. И это потребует от вас знания священных писаний. Мы в 44 главе книги Бытия. Но весь этот рассказ начинается с 37 главы.
Мы помним, что братья в 37 главе взяли своего единородного брата Йосефа и продали его. Сколько ему лет было, вы помните? Примерно 16-17 лет. И в следующей, в 38 главе, мы видим, что Иуда, он удаляется, отделяет себя от братьев. Он поселяется в отдельном месте. Он берет себе в жены хананиянку. Три сына у него рождаются. И вы помните рассказ с Фамарио, или Тамар на иврите. И если это, эти события идут одно вслед другого, то тогда мы не видим порядка. И есть определенный балаган. Йосеф היה במצרים בערך 14-16 שנה שהוא נפגש עם האחים. И до того момента, как он, Йосеф, с момента продажи его, до как, того, как он встретился с братьями, примерно... может быть, от 16-18 лет примерно прошло. Но есть что-то интересное. Мы видим, что у Иуда, у брата его старшего, рождаются сыновья. Ну, окей, цаир ютер мягшав. И когда обычно женятся, ну, если прямо вот совсем молодым брать, ну, 15, ну, 16 лет, ну, не раньше же вы женитесь. Но мы знаем из рассказа о всех этих сыновьях Иуды, что один женился, потом помер, другой женился. То есть это проходит время, с тех пор, как вы родились, до тех пор, пока вы женились, и еще успели умереть, и все такое. То есть если брать и всю историю с рождением и женитьбой сыновей Иуда, она не влазит в эти временные рамки с тех пор, как Йосеф попал в Египет, и до тех пор, пока он увидел братьев. Таким образом, мы вынуждены прийти к заключению, что это не последовательное изложение событий, то, что мы читаем. То есть Иуда должен был отдалиться от своих братьев. Мы не знаем причину, но была, видимо, какая-то причина, что он отделился от своих братьев еще до того, как продали Йосефа в рабство. И когда он вообще берет себе в жены хананиянку, это вообще что-то некошерное. И скажите мне, почему люди делают такие вещи? Ты оставляешь свою семью, ты отделяешься, берешь себе в жены вообще не имеющие отношения к нашей истории хананиянку? Видимо, была какая-то ссора, какой-то конфликт в семье. Он что-то такое, он протестовал Иуда, что ли? И он отделился. Он был обижен, он был ранен. И как многие из нас иногда бывают ранены. Поднимите руку. И иногда ты в своих отношениях внутри семьи бываешь ранен.
И вот Иуда, видимо, был каким-то образом задет до того, что это вынудило его отделиться, и этот Сиппур с его сыновьями, с одной стороны, с другой стороны, эти проблемы с Йосефом, когда они его продают. Но вся семья, всю семью Иакова захватывает одна и та же проблема. Они все стоят перед голодом. И надо как-то решать, обижен ты или не обижен, надо решать. И мы видим, что Иуда, он наступает на горло своей любимой обиды, и он возвращается к братьям. Он был один из сильнейших среди братьев. И он берет на себя ответственность. Он понимает, что без него они не справятся. И он видит общую картину. Он знает, что семья Иакова, Бог дал этой семье ключ. Ключ в будущее. Они должны родить через века Мессию, который изменит лицо всего мира. И он чувствует на себе ответственность. Если он не наступит на горло своей обиды, если он не соединит всю семью, если он не возьмет на себя инициативу, то вся эта семья не сможет исполнить свое призвание. То есть в сущности то, что мы видим здесь, Иуда берет на себя ответственность за будущее. И все кончается хорошо. Что мы учим из всего этого дела? Некоторые из нас иногда бывают ранены. Некоторые. Ну сколько? И иногда эта рана, эта рана иногда удаляет нас от служения Богу. Но это точно, что каждый из нас получает дар от Всевышнего, подобно тому, как Иуда получил его. И если мы не способны, если мы не в состоянии быть вместе, мы можем нарушить или повредить планам Бога на будущее. Рав Шауль באיגרת אל הרומים פרק 12 מדבר על אותו דבר. В Римлянам 12 апостол Павел говорит то же самое. Он говорит, כל אחד מכם איבר מגוף המשיח. Он говорит, что каждый из вас это член тела Мессии. וכל אחד מכם יש לו מתנה מיוחדת. И у каждого члена есть свой дар. И если ты не соединяешься в одно тело, если ты не в состоянии перешагнуть через свою обиду, то ты таким образом лишаешь все тело того, чтобы оно достигло цели поставленной. Кто-то воспринял мое объяснение? Ребята, жизнь — это длинный путь. И иногда случается злость и непонимание. И ты хочешь бросить все и отойти. И я тоже. И он также. И иногда мы проходим это время.
Но вот Иуда, он дает нам пример. Он закрывает глаза на весь этот балаган, который иногда происходит. Ты должен понять, что ключ к спасению мира, ты также ответственен за него. И нам надлежит быть способными перешагнуть через свои какие-то раны и обиды и быть посвященными той цели, которую Бог ставит перед всеми нами. Давайте привстанем. Отец наш, который в небесах, я прошу тебя, помоги нам простить один другого. Простить. И действовать в направлении объединения. Потому что единство, как в семье Иакова, оно принесет спасение для всего мира. Я молюсь о том, чтобы ты дал нам силу Духа Святого превозмочь и достигнуть цели, которую ты ставишь перед нами. Во имя Иешуа Мессии.